Интернет-маркетолог. Кто это? Что же это за профессия такая? Логично было бы предположить, что под этим термином скрывается человек, занимающийся маркетингом в интернете. Если вы подумали именно об этом, то принимайте поздравления, так оно и есть. Что такое интернет, мы уже знаем. Осталось разобраться с маркетингом. Для этого обратимся к научным определениям. Маркетинг – деятельность, осуществляемая в целях стимулирования сбыта товаров, развития и ускорения обмена, во имя лучшего удовлетворения потребностей и получения прибыли. Что же получается? Интернет-маркетинг – это деятельность, направленная на увеличение продаж товаров и услуг через интернет. В принципе, все правильно, но в сети понятие маркетинга немного исказилось, ведь далеко не все сайты предоставляют посетителям платные услуги, а значит для многих веб-проектов интернет-маркетинг это просто привлечение как можно больше целевой аудитории. Ну что ж, с теорией вроде разобрались. Теперь можно перейти к практике и выяснить, чем же на самом деле занимается интернет-маркетолог. Первое, с чем приходится сталкиваться человеку с такой экзотической профессией в начале работы, так это над каким-то проектом, исследование рынка. В нашем случае эта сфера деятельности делится на две части. Поиск и анализ деятельности конкурирующих проектов и сбор и анализ статистических данных об интернетчиках, особенно о потенциальных потребителях, предлагаемых сайтам услуг. И если с мониторингом конкурентов все ясно, достаточно отслеживать посещаемость этих сайтов, происходящие изменения и проводимые акции, то на исследование аудитории стоит остановиться подробнее. Дело в том, что сбор и анализ статистической информации является чуть ли не ключевой позицией в деятельности интернет-маркетолога. Без этих данных, обработанных соответствующим образом, все принимаемые решения могут оказаться в корне ошибочными. Конечно, раньше, когда электронная коммерция находилась в зачаточном состоянии, интернет-маркетологи действовали по полагаясь только на собственный опыт и интуицию. Теперь же ситуация изменилась в корне. Ни один профессионал не сможет обойтись без знания статистики и математического анализа. Итак, первичная информация собрана, обработана и протестирована. Следующий шаг – разработка маркетинговой стратегии веб-проекта. А здесь уже нельзя обойтись без серьезных знаний интернет-технологий, веб-дизайна, компьютерной безопасности и так далее. То есть маркетолог должен быть интернетчиком со стажем. И это верно. Ведение бизнеса в сети достаточно сильно отличается от офлайновой коммерческой деятельности. Кстати, мы не упомянули еще об одной очень важной детали, о знании рынка интернет-рекламы. Причем желательно не только понимание терминов вроде баннер, флеш-ролик и так далее, но и ориентирование в том лабиринте рифов, который является на сегодняшний день этот рынок. Исследование рынка в интернете – это мониторинг проектов конкурентов и анализ аудитории сайта. У интернет-маркетолога есть еще одна немаловажная обязанность – поддержание связи с другими проектами. Причем речь идет не только о спорах с конкурентами, рассылке пресс-релизов в различные издания, но и общение с работниками каталогов, баннерообменников и прочего. А для всего этого нужно обладать немалой коммуникабельностью, которая является обязательным качеством любого интернет-маркетолога. Конечно, рассмотреть все подробности деятельности интернет-маркетолога в одной статье невозможно, поэтому мы остановимся только на самых основных моментах. И тем не менее, оказалось, что интернет-маркетинг в принципе похож на офлайновые, конечно, с некоторыми нюансами. Так, например, исследование рынка превратилось в исследование аудитории веб-проекта или определенного сегмента глобальной сети. Когда же речь идет о продвижении торговой марки, то интернет-маркетолога никакой романтики и таинственности, как считают многие люди, мечтающие об этой специальности. Зато есть другое. Есть необходимость ежедневно прокачивать через себя огромный объем самой разной информация в надежде выбрать из нее нужные крупинки. Кроме того, интернет-маркетолог – универсальный специалист. Он должен хорошо знать глобальную сеть не только на пользовательском уровне. Ему необходимо знание статистики, математического анализа, умение хорошо и грамотно писать, обладание художественным вкусом, коммуникабельностью и многими другими качествами. Естественно, деятельность человека, обладающего всеми этими достоинствами, должна хорошо оплачиваться. Да так, в общем-то, и обстоят дела. Хороших интернет-маркетологов не хватает, поэтому каждый профессионал всегда может найти себе работу и получить достаточно неплохие деньги за труд. Коммуникабельность – обязательное качество интернет-маркетолога. Ну а что делать вам, уважаемые читатели, если вы хотите попробовать себя в роли интернет-маркетолога? Ответить на этот вопрос очень сложно. Оказывается, в России еще нет ни одного вуза, который бы выпускал специалистов с такой профессией. Конечно, существует множество курсов, выпускникам которых выдаются различные удостоверения интернет-маркетологов, но все эти бумажки не играют практически никакой роли. Гораздо важнее опыт работы по профессии и сертификат. Правда, пройти сертифицирование по специальности интернет-маркетолог очень непросто. И проблема не в том, что эта профессия чересчур сложна, просто в нашей стране до сих пор нет сертифицированных центров, принимающих экзамены у интернет-маркетологов. Так что придется учить английский язык и ехать за границу. Но если вы, несмотря на все препятствия, все же решили попробовать себя на поприще интернет-маркетинга, попробуйте раскрутить собственный сайт. Потом устраивайтесь в небольшой веб-проект. А получив достаточный опыт, переходите в компанию покрупнее. Успехов вам в этом нелегком деле.